Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Ну что же, все причастные к турбизнесу на черноморских курортах России ждут большого сезона, предвкушая большие барыши. И эти ожидания не с нуля возникли, кстати, так как прогноз по турпотоку в этом году, по мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, оказывается, есть и такое. Ты о чем несешься? Растет и растет. Администрация Краснодарского края ожидает 20 миллионов отдыхающих этим летом. В целом по краю и только в Анапу, как предрекают, придется около трети от всех отдыхающих. Ой, лопнут в этом году пляжи, не иначе. Алексей Волков, проанализировав ситуацию на туристическом рынке, пришел к выводу, что привлекательности курортов Краснодарского края сейчас способствует рост числа отелей, уровня сервиса, в том числе увеличение числа гостиниц, которые перешли на систему «Все включено». И этот рост, ну, конечно же, не связан с тем, что за границу выехать стало сложнее, а в Крым ехать, ну, честно сказать, не очень-то безопасно. По словам того же Волкова, бронирование в сегменте отелей 4-5 звезды достигает на май этого года 80-90%, а у гостевых домов и трехзвездочных отелей 40-50%. По традиции так уж сложилось, больше всего гостей примет, конечно же, Сочи. На долю Анапы по статистике, как правило, приходится около трети всего турпотока. Про Геленджик пока ничего не сообщается. Таким образом, с большой вероятностью, в этом году Анапу посетит, но вряд ли вместит, около 7 миллионов человек в течение всего 2024 года. Посмотрим, как это количество отдыхающих перенесет бедная Анапа. Буду за этим следить. Поэтому подписывайтесь на канал и обязательно включите колокольчик, это чтобы не пропустить следующие видео. Всем удачи и пока!